Вторая Карабахская война, длящаяся уже более 30 лет, останется в истории славной победой Азербайджана. Под руководством верховного главнокомандующего президента Азербайджана Ильхама Алиева в ответ на продолжительные провокации и новые захватнические планы Армении, а также с целью освободить территории от оккупации, начиная с 27 сентября, азербайджанская армия достигла больших успехов. В результате успешных операций, проведенных за эти дни, азербайджанская армия полностью освободила многие оккупированные города и села Азербайджана, а в ряде районов села и стратегические высоты. Хочу отметить, что 4 октября был освобожден от оккупации город Джабраил и несколько сел Джабраильского района. Президент Азербайджана, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и первая леди, первый вице-президент Мехрибан Алиева 16 ноября посетили освобожденные от оккупации Джабраильский и Физулинский районы Азербайджана, в том числе города Джабраил и Физули. В этих районах президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана. Cebrail şehri işğaldan azad edilip, Azerbaycan devlet bayrağı ucaldılıp, bütün Azerbaycan halkını tebrik ederim. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Gedeyim bakalım bazı binalara. Семнадцатого октября был освобожден Физулинский район. Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında Füzuli şəhərində Azərbaycanın üç rəngli bayrağı qaldırıldı. Qarabağ Azərbaycandır. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım işğaldan azad olunan Füzuli şəhərinə gəldilər. Prezident İlham Əliyev Füzuli şəhərində şanlı Azərbaycan bayrağını qaldırdı.
Bu görüntülər Azərbaycanın müasir tarixinin ən şanlı səhifələrindəndir. Müzəffər Ali Başkomandan, qəhrəman Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi tarixi torpağımızda üç rəhli bayrağımızı qaldırır. Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib, Füzuli şəhərində Azərbaycan bayrağı qaldırılıb, biz Füzuliyə qayıtmış. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Bu anlar da tariximizin səhifələrinə qızıl hərflərlə yazılacaq. Prezident İlham Əliyev Xudafərin körpüsündə şanlı Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Dövlətimizin başçısının bayrağımızı tarixi Xudafərin körpüsündə qaldırmasını Azərbaycan xalqı qürur və fəxarət hissi ilə izləyir. Xalqımızın mənəviyyatında, tarixində dərin iz buraxan Xudafərin həm də milli qürur məsələsi idi. Двадцатого октября был освобожден Зангеланский район. Мухтарам Салам Президент, Салам Али Башкомандан, эминенсе уйгун оларак, мевзу эдирем ки, Зангелан шәһәре ва этраф эразиләре ишгалдан азат алынмыштыр. Хал-хазырда Азербайджан байрагы далгаланмактадыр. Яшасын Азербайджан! Yaşasın Ali Başkomandan, Qarabağ, Azərbaycandır!
25 октября был освобожден Губадлинский район, а также ряд сел и высот в Лачинском районе. Были освобождены многие села и высоты в Ходжавенском районе. Несколько сел и высот в городе Ходжалы. И, конечно, 8 ноября была освобождена от оккупации жемчужина Азербайджана – город Шуша. Доблестная азербайджанская армия, проявив отвагу и высокий профессионализм, после освобождения от оккупации города Шуши, заставила оккупанта отступить. Карабалы башкоманда, сир рэхберниз алтында Шуша шәһәре шалдан азат edildi. Яшасын Карабалы башкоманда, эшк olsun Азербайджан халкына, Карабах Азербайджандыр. Әзіз Шуша, сән азатсан. Әзіз Шуша, біз қайдымышы. Әзіз Шуша, біз сәні дірчәлдәжәй. Bizimdir. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır. Десятого ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе, в результате чего Карабах был полностью освобожден от оккупации. Согласно договору, постепенно Азербайджану были возвращены оккупированные Агдамский, Газахский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Параллельно с выводом армянских войск на территории Нагорного Карабаха развернутый миротворческий контингент Российской Федерации. Карабалы башкоманда, Агдам районы, ишкалдан азатталанды. Азербайджан байрагы, Агдам шәһәриндән таралганы. Яшасын Азербайджан, яшасын Карабалы башкоманда. Карабах, Азербайджанды. Dövlətimizin başçısı Ağdamda Azərbaycanın üç rəhli bayrağını qaldırdı. ...27 ildən sonra işğaldan azad olunan Ağdamda dövlət bayrağımız qürurla dalğalanır. Bu görüntüləri hər bir Azərbaycanlı fəxir və böyük sevinclə izləyir.
eşk olsun Azərbaycan xalqına. Eşk olsun Azərbaycan əskərinə, Azərbaycan zabitinə. Ağdam bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. И в итоге хочу сказать, что освобождение от оккупации Нагорного Карабаха, который является исконной азербайджанской землей, это блестящая победа азербайджанского государства, азербайджанского народа и азербайджанской армии, объединившихся в железный кулак в этой освободительной войне. Беженцы и вынужденные переселенцы, которые более четверть века жили тоской по родине и которые насильственно были изгнаны армянами из земель своих предков, наконец вернутся в родные очаги. От всего сердца хочу поздравить всех жителей Азербайджана, всех жителей Карабаха с освобождением родного Нагорного Карабаха. Möhterem Prezident, Cenab-ı Başkomandan, Azerbaycan Respublikası'nın devlet bayrağı Şerbezan şehrinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan! Yaşasın Cenab-ı Başkomandan! Karabağ Azerbaycan'dır! Möhterem Prezident, Cenab-ı Başkomandan, Azerbaycan Respublikası'nın devlet bayrağı Nasır şehrinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, Karabağ, Azerbaycan! После заявления президента Ильхама Алиева о победе и подписании документа о прекращении войны в Нагорном Карабахе, жители Баку вышли на улицы и стали праздновать победу в войне за Карабах. Радости людей не было предела. Этого момента азербайджанский народ ждали около 30 лет. Десятого декабря в Баку на площади Свободы прошел военный парад в честь окончания войны в Карабахе. На мероприятии присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Эрдоган. В параде приняли участие более 3000 военнослужащих с обеих стран, а также 150 единиц боевой техники. Uçuşlar başlanır. Mi-17 herbine giren destan helikopterleri Çütlü'yü, Karabağ Ordenli, Halkovnik, Hasan Elif Sakon rehberliği altında Azerbaycan ve Türkiye Eskurt Kararı'nın devlet bayrakları ile Bakı muhtasının üzerinden uçarak Zefer Paradı iştirakçılarını salamlayınlar. Bir ürekte
asırg edir. Karabiye hasrolunmuş zefer paradı başa çattı.